В музее Амира Мазитова прошло открытие выставки Евгения Канева. На его картины пришли посмотреть его старые друзья, коллеги и те, кто вдохновлен творчеством художника. Перед началом открытия мы узнали, чем же примечательны его пейзажи. Волшебная живопись. И она настолько какая-то пластичная, настолько вдохновенно сказочная. И, кстати, она еще и действительно веет некоторой кинематографичностью. И даже, может быть, театрализованными какими-то работами. Открытие началось с биографии художника. Следом выступил автор книги «Казань деревянная», на обложке которой изображена иллюстрация пейзажа Казани, нарисованная Евгением Каневым. Еще несколько друзей и коллег выразили восхищение творцу. Кто-то даже прочитал стихи в честь автора и его пейзажей. Оно пленительно прекрасно, чему и радует сердца. После выставки многие долго и вдумчиво разглядывали картины, восхищались, рассуждали. Анастасия Дорохина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.